В огне не сгорим и в воде не утонем. Спасательные службы городского округа Воскресенск вступили в весеннюю фазу работы. Всего за прошедшую неделю на пульт диспетчеров службы 112 поступило 3080 обращений. Жители жаловались на подтопление частных домовладений. Из-за неисправных ливневых систем и забитой канализации вода скапливалась во дворах Лопатинского и Виноградова. Но это несравнимо с Москворецкой поймой, уровень воды в которой сильно поднялся в воскресенье. В результате активного таяния снега поднялся уровень воды в Москворецкой пойме и произошло подтопление автодороги между деревней Марышкино и Исаково. Участок трассы перекрыт. Организован объезд через село Барановское. Просим учитывать это при планировании маршрута. Быть внимательными и осторожными на дороге важно не только в половодье. За неделю в округе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. В четверг, 23 марта, в районе села Сабурово в результате неудачного обгона столкнулись две легковушки. 25-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу. В одной из машин находился ребенок 2021 года рождения. К счастью, он не пострадал. Обошлось без жертв и при пожарах. Вечером в субботу дым окутал густой пеленой южную часть города. В субботу 25 марта в 21:50 на территории завода «Фрегат» по улице Кирова в ангаре произошло возгорание аккумуляторов. 15 сотрудников предприятия покинули место происшествия самостоятельно. Пожарные расчеты прибыли оперативно и ликвидировали возгорание к 23 часам. К счастью, обошлось без пострадавших. Среди происшествий в округе также зафиксирован один случай предположительно суицида, 11 попыток мошенничества разной степени тяжести, 4 происшествия с детьми. В коммунальной сфере из-за утечек производились временные отключения горячего водоснабжения и отопления в разных районах округа. Юлия Тиунова, Евгений Стародубов, новости Искровект.